ей написано. Да, да, значит. Диорама. Ничего страшного. Так, решили мы спуститься к берегу Оки. Вот оттуда такая тропиночка, лесенка, какой-то мега пень. Мам, пап, тут надо ехать. Нет, мам, не, 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 пошли. Смотрите. Смотрите, художник. Большой, да. И вот кораблик пошел. Михалыч пошел по Оке. Вот пляж. Да. Здесь вот он и ездит по. Вот пристань еще одна. Ну как? Вот кто-то же. Иди, мой ручка, ближе подходи, не бойся, не бойся. Не-не-не-не-не-не, подходи так. Все, помыли, отошли, вода холодная. Крысь? Матвей, отходи. Воды прям. Ну, холодный сегодня ветер. А так солнечно. Вот. Как вам такое местечко? Летом, конечно, здесь жара. Я хотела доехать до леса. Давай, доезжай. Потом продаете эти картины? Да? А сколько стоит такой холст? Дорого? Не дороже денег. Красиво. Художники, конечно. Народ специфический. Не будем отвлекать творца от его творения. Пусть творит.